Беспрецедентный по масштабу работы по подготовке тепловых коммуникаций Самары к будущему отопительному сезону в самом разгаре. Процесс перевооружения теплосетей еженедельно проверяют работники профильного департамента совместно с представителями подрядных организаций и ресурсниками. Обеспечить город теплом к наступлению осени – одна из ключевых задач на сегодняшний момент. Тем более, что к началу отопительного сезона в городе необходимо модернизировать теплотрассы на 58 объектах. Сегодня ход работ проинспектировали по 32 адресам. Процент выполнения по всем объектам составляет порядка 45. Работы в основном идут в графике. Ну, единственное, есть рабочие моменты, которые приходится вот именно решать, непосредственно выезжая на объекты, взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и дорожных служб. В центре внимания – объекты социальной сферы. Тепловые коммуникации, которые относятся к школам и детским садам, сейчас в приоритете. Эти участки должны быть сданы до 1 сентября. В свою очередь, приемка всех остальных объектов начнется 15 сентября. Сроки здесь действительно короткие. Нам хотелось бы к 20 августа уйти со школ, потому что мы все понимаем, что с 1 сентября начнется учебный год. Приемка объекта начнется уже с 15 сентября. Это проверка начнется и прокуратуры, и администрации города. Поэтому сейчас основной акцент сделан именно на этот участок, чтобы мы его закончили и ушли. Модернизация теплотрасс проходит согласно графику. И уже в ближайшие выходные подрядчики запланировали переложить трубы теплоснабжения на 4 объектах в зоне пересечения с уличной дорожной сетью. Выполнить так называемый перевод труб через проезжую часть. Работы произведут на улицах Клинической, Красных Коммунаров, Нововокзальной, а также в районе Можайского переулка. На этих участках перекроют движение транспорта, и объехать их можно будет по специальной схеме ограничения, которая будет доступна на сайте администрации Самары в ближайшее время. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.